Всем привет, ребята, с вами Милашка, и сегодня я решила показать вам всех питомцев с почты в Тока-Бока. Вот такая вот у нас гора подарков. Давайте берем первый. Открываем. И у нас вот такой вот тут питомчик робот. Это какая-то рыбка, я не знаю, кто это. Ну, в общем, робот вот такой вот, Милашка. Давайте их будем вот сюда где-нибудь складывать, да? Так, открываем вот этот вот подарочек. О, здесь у нас вот такой вот, кто это, рак, да? С такой вот голубой ракушечкой. Тоже такой хорошенький. Ой, на стол сел. Так, следующий подарок. А, ну этот подарок нам давали недавно. Это вот такой вот котик с коробочкой на голове. В общем, мне очень понравились вот эти вот игрушечки. И давайте следующий. А это вот такой вот розовенький зайчик. Этого зайчика нам давали на Пасху, но я не помню в каком году. Открываем вот этот подарок. Тут у нас карандашик, вот такой вот питомчик. Дальше идем. У нас вот такой вот комочек пыли. Ну, он тоже такой маленький, хорошенький, кругленький, улыбается. Вот. Ну и тоже питомец. О, это у нас грозовая туча, вот такая вот злая. Если предыдущие были милашками, то это какой-то злой, с молниями уже. Большой просто. Вот смотрите, это маленький, а этот прям гигантский. Так, дальше. А это у нас хамелеон. Если дать хамелеону что-то скушать, то он поменяет цвет. Давайте посмотрим. Ну, допустим, вот тебе дадим шоколадное яйцо. Ну-ка, ешь. Что они поменяют? О, поменяют. Смотрите, он стал коричневым, реально. Прикольно. Давайте ставим его. Берем следующий подарочек. Это у нас конфетка. Такая злая. Ну, это даже не злая, это грустная такое. Ну, что грустит, интересно. Но очень красиво, мне нравится. Открываем. О, а это как раз таки вот с этим котиком шло вместе. Так, открываем следующий подарок. Это у нас просто собачка, просто хорошенькая, улыбающаяся собачка. Следующий. У этого у нас вот такие вот, это мороженки, скорее всего, да, две какие-то. Не знаю, напишите в комментариях, если вы знаете, что это такое. Но мне кажется, что это какой-то фруктовый лед, мороженое, не знаю. Вот. Следующий подарочек. О, а это у нас новогодняя игрушечка, тоже какая-то грустная. Да чего они все такие грустные? Мне их жалко. Следующий подарок. А это у нас тоже новогодний олень вот такой вот. С колокольчиком. Так. Открываем. И у нас кошечка вот такая. Ее нам тоже давали, по-моему, недавно. Вот. Открываем. А, это у нас чемодан вот такой вот живой. Вообще, ну, довольно-таки странно то, что в Тока-Бока многие предметы живые. Допустим, тут некоторые реальные питомцы, а некоторые, допустим, туча, комок пыли, чемодан, мороженое, конфета, они живые, при том, что в реальной жизни они совсем не живые. Вот. Но это забавно. Он не открывается? Нет, он не открывается. Давайте вот этот. О, тут у нас какая-то интересная собачка, да, это, наверное? У нее такие волосы длинные розовые. О, прям как у моего персонажа, кстати. Так, открываем. О, это у нас летучая мышка. Она была в видео с хэллоуинскими подарками. Кто не смотрел, заходите на мой канал и смотрите это видео. Злюка. Открываем. Это у нас... Вот кто злюка. Эта летучая мышка была просто вообще лапочкой. Смотрите, просто... Его открываем, он такой веселый был. Берешь его в руки, он такой злой вообще. Тигр. Это он, наверное, злой, потому что хочет напасть на кого-то. Это у нас вот такая вот земля, шар земной. Если мы сделаем ночь, то, смотрите, здесь у нас тоже станет ночь. Делаем утро, и снова наступает утро. Следующий подарочек. Ой, это у нас лягушка желтая, такая миленькая, так улыбается. Ой, у нее щечки надуваются. Ну-ка, подождите, вот, видели? Так, открываем дальше. А это у нас тыковка вот такая. Она тоже была в видео с хэллоуинскими подарками. Вот такой вот питомчик, тыковка. Это нам тоже давали на Новый год. Это
Вот такой вот странный какой-то эльф, скорее всего, потому что у него уши такие большие. Открываем. О, а это свинка, какая хорошенькая, такая миленькая, маленькая. Это у нас ящерка. Я помню, ее нам давали тоже, ну, как сказать, недавно. Ну, давали, в общем, у меня есть даже видео, где я открываю это, так что да. Ну, думаю, что это можно назвать недавно. Открываем. О, а это у нас, вот это, морж. Вот, ну, в общем, вот такой вот. Маленький такой, но толстенький лежит. С клыками. Так, и последний. А, это у нас вот такая рыбка в аквариуме. Я помню, она шла у нас с костюмчиком пирата. И так как, скорее всего, этот костюм пирата на Хэллоуин, она тоже была в видео с хэллоуинскими подарками. Вот так вот. Ой, я ее с аквариумом вместе не могу поставить, да что ж такое. Давайте мы возьмем вот эту собачечку. Вот эту вот, потому что она похожа на меня. И будем заканчивать видео. Ну а на сегодня все, ребята. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. Всем пока-пока!